Здравствуйте. Хочу вам сегодня рассказать про очень успешный проект МОЗа. На официальном сайте проекта MOZA.io мы видим шкалу ICO продаж. Собрано уже 31 миллион долларов. Софткап проектов 20 миллионов долларов. Был успешно достигнут. И сейчас продажи приближаются к хардкапу проекта. Что можно сказать об этом амбициозном проекте, который вызывается помочь развитию розничной торговли вместе со своей платформой. Платформа, соответственно, будет называться МОЗа. Розничный бизнес всегда имел важнейшее значение для общества, для стабильного существования и развития, обязательно нуждался в постоянном прогрессе, внедряя актуальные рекламные и технические решения, следя за трендами отрасли и учитывая предпочтения своих покупателей в современных реалиях. Внимание, покупатели все чаще обращаются в сторону, правильно, интернет-продаж. Интернет-рынок прогрессирует, и, соответственно, трафик в розничных магазинах значительно сокращается. Но разработчики проекта МОЗа уверены, что их авторские решения, которые внедряются благодаря возможности блокчейн, смарт-контрактов, интеллектуальных алгоритмов, разработанных разработчиками МОЗа проекта, соответственно, обеспечат для классических физических магазинов и торговых центров перспективные возможности эффективной деятельности, получая при этом необходимые конкурентные преимущества на фоне классических интернет-аналогов. Проект уникальный своего рода. Таких ICO, в принципе, пока я не встречал. Еще из плюсов, помимо собранного софткапа, хочется отметить то, что у проекта уже есть порядка 36 тысяч партнеров, магазинов. Соответственно, проект просто обязан быть успешным, и как бы я рекомендую рассмотреть его с точки зрения инвестирования. На сайте доступна белая бумага для скачивания. Соответственно, если остаются вопросы, связывайтесь с командой проекта и получайте ответы.